технологическом институте Джорджии был разработан новый робот-многоножка. В настоящее время планируется внедрить эту технологию в сельскохозяйственные работы для выдергивания сорняков. Что, на мой взгляд, звучит очень странно. Данная технология основана на теории коммуникации математика Клода Шеннона. Концепция дает преимущество в перемещении по сложным поверхностям. Нехватку сенсоров заменили большим количеством ног. То есть, если одна нога у робота-многоножки спотыкается, множество других заставляют это устройство двигаться дальше. По большому счету, данный робот становится надежной системой для перевозки грузов по сложным ландшафтам. Лично мое мнение, это очень странный робот, на мой взгляд, и пока он это что-то дотащит, мне кажется, оно уже будет не нужно. Ну а вы пишите, что вы думаете о данном изобретении.